В чемпионате Европы по шорт-треку примут участие более 100 спортсменов из 30 стран. Среди них лидеры национальной сборной России, олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы. Семен Елистратов, Владимир Григорьев, Софья Просвирнова, Татьяна Бородулина, Дмитрий Мигунов. Борьбу за звание чемпиона Европы вместе с российской командой будут вести и другие сильнейшие спортсмены континента. Представители Нидерландов, Венгрии, Италии, Германии и других. В течение 3 дней будет разыграно 8 комплектов наград. Всего 54 медали. А в последний день чемпионата Европы определится чемпион в одной из самых зрелищных дисциплин – эстафете. Действующими чемпионами Европы являются мужская и женская команды России. Им предстоит отстоять звание сильнейших на континенте в родных стенах Ледового дворца «Айсберг».